Тепло, красиво, расслабляюще. Бассейн в Солнечном ждали с нетерпением, признается директор санатория Алла Добриянец. Ведь это не просто приятный отдых, это и новые методы лечения. Начнем с того, что это и дыхательная гимнастика, и акваэробика. У нас есть программа «Худеем в Солнечном». Это и дополнительная нагрузка для этой категории отдыхающих. Примерить на себя эти услуги смогут не только отдыхающие, а и все желающие обрещания. Правда, чуть позже, когда позволит эпидситуация. Построить такой водный мини-дворец Солнечному помог Беларусьбанк. Длина большого бассейна 20 метров, а глубина до 1,85 метра. Оснащен, по последнему слову, техники. Имеет водопады, имеет противоток, имеет теплую ванну, джакузи с массажем. Плюс в дополнение еще есть маленький детский бассейн. Наличие вот этого маленького бассейна детского дает нам возможность приглашать в гости детей. У нас есть такая социальная программа. Мы поддерживаем детей, у которых нет родителей, которые находятся в приемнике распределителей, и детей из детской деревни. Кроме бассейна, здесь появились и сауны. Всего их 4 – русская, финская, турецкая и аромасауна. Преимуществ у них много. Восстанавливают дыхание, позволяют лучше работать в лимфодренажной системе, в целом повышают иммунитет. Все это очень, кстати, при реабилитации после COVID-19. А этим сейчас активно занимаются в Солнечном. Около 30% отдыхающих на восстановление после коронавирусной инфекции. Многие из тех, кто сейчас здесь, приезжают не впервые. Здесь я уже в 15-й раз, получается, каждый год ездим. И, ну, с сыном, с семьей, с мужем тоже не всегда просто получается, когда-то одна. Что здесь? Во-первых, полный релакс. Дома не отдохнешь, дома это не отпуск. А здесь мало того, что ты и подлечился, и оздоровился, и еще набрался положительных эмоций. И это неудивительно, ведь санаторий Солнечный развивается постоянно, потому появляется все больше возможностей для приятного и полезного отдыха. Анна Буйкевич, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».